Всем привет! Сегодня я хотела бы вам рассказать, что делать в тех случаях, если у вашей кошки бегут глазки. Есть такие породы кошек, у которых очень часто вы видите такие вот слезы вот в этих вот местах, влажные такие полосочки, как бы бегут слезки, ну, допустим, персидская порода, то есть порода склонная к этому. Но есть породы, которые к этому не склонны, например, порода пиксибоб. Но если такое случается, что нужно делать? Нужно обратиться к врачу. Первое, что сделает доктор, это проверить на то, проходят ли слезные каналы. То есть он закапывает специальный раствор в глазки и смотрит, что происходит. Значит, сначала закапываем котенку флюоресциновую красочку в глазки. Это не больно. Излишки убираем и чуть-чуть массажируем. Сейчас проверим проходимость нижних слезных точек и слезного канала. То есть вся эта жидкость должна оказаться в ноздрях равномерно с двух сторон. Сейчас попросим ассистента выключить свет. Оценивать можем сразу. Придерживаем малышку и наводим лампочку на ноздри. В данном случае краски нет ни в одной, ни в другой ноздре. То, что у нас светится, это просто пыль, какие-то выделения засохшие. То есть вот таким же цветом, как она красится на глазах, таким же цветом она должна быть на носу. Так, и это что значит? По какой-то причине нарушен отток слезы. Носослезный канал. Будем с этим разбираться. После того, как начали разбираться, первое, что делает доктор, исключает все инфекции. Хламидии, микроплазмоз. То есть делает глазной профиль. После того, как будут готовы результаты анализов, доктор, соответственно, назначает лечение. Если анализы показывают то, что найдены инфекции, то назначается определенное лечение. Если инфекции не обнаружено, тогда делаются буширование слезного канала. То есть под наркозом вводится специальной иголочкой в канальчик и физраствором промывается. Если этот канальчик чистый, то тогда более плотной лесочкой также входят и смотрят. Возможно, это такое строение. Соответственно, как бы те слезки, которые бегут, они не связаны ни с какими заболеваниями. То есть это природное строение, и ничего страшного в этом нет. Что должен делать в этом случае владелец? Элементарная гигиена, которая не принесет никаких вам особых трудностей. Любой гигиенический лосьончик, утром закапали в глазки, все. Больше ничего.